Добрый день, с вами Дина Краснова. И в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 перенести задолженность с одного контрагента на другого. А для того, чтобы сделать перенос задолженности, мы используем документ «Корректировка долга». Найти его можно как в разделе «Продажи», еще вот он здесь есть, так и в разделе «Покупки». И когда мы переходим в журнал корректировок, нажимаем на кнопку «Создать» и создаем новый документ. Вид операции нам нужно выбрать «Перенос задолженности». И мы здесь можем переносить либо задолженность покупателя, либо авансы покупателя, либо задолженность поставщику и также аванс поставщику. В нашем примере мы будем как раз переносить аванс поставщику, потому что у меня есть оплата поставщику от 5 числа. ООО «База» на сумму 120 тысяч. И нам нужно будет сделать перенос данного аванса, аванса поставщику, другому контрагенту. Здесь у нас поставщик будет ООО «База», а новый поставщик здесь мы можем либо выбрать его из перечня, если он уже у вас там есть. Если это новый какой-то вообще поставщик, с которым вы никогда не работали, то тогда можно либо здесь на клавиатуре указать и нажать на кнопку «Создать», либо зайти в сам справочник через кнопку «Показать все» и сюда по кнопке «Создать» создать нового контрагента. Ну, я возьму того, кто у меня уже есть, у «Проторг». И здесь у нас закладка называется «Аванс поставщику, дебиторская задолженность». В зависимости от того, что мы здесь выбираем, здесь меняется название закладки. В нашем случае это будет аванс поставщику. И нажимаем на кнопку «Заполнить», «Заполнить остатками по взаиморасчетам». Здесь у нас заполняется договор с контрагентом ООО «База». Для ООО «Проторг» нам нужно добавить договор, потому что новый контрагент, здесь мы договор пока не создавали. Можно прямо сюда зайти и нажать на кнопку «Создать». Вид у него будет с поставщиком, так как это наш поставщик. Ну, пусть будет номер 12. Сумма 120 тысяч. Здесь мы на полную сумму будем перенос задолженности делать, поэтому здесь сумму не меняем. Если нужно, здесь можно отредактировать. И здесь можно поменять счет, поставить расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 7605. А сам счет учета здесь у нас остается 6002, то есть тот, который у нас был изначально в банковской выписке. То есть если здесь посмотрим, здесь у нас 6002. И после этого мы можем документ провести, посмотреть проводку. Здесь у нас будет проводка дебет 7605. Организация ООО «Проторг», а здесь, соответственно, была организация ООО «База». И вид операции здесь указывается «Переуступка долга». Сумма 120 тысяч. И можно после этого нажать «Провести» и «Закрыть документ». Вот таким вот образом в программе 1С «Бухгалтерия» 8 редакции 3.0 можно сделать перенос задолженности с одного контрагента на другого. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И также заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. Желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.